очки, ребятки, она не блеванула. Джон. Это я тебе дала, запомни, кто тебя кормит. Понятно. Ты послал на мой лакомство или ты его съел? В прошлом видео сказал то, что мы занялись альфа еще одним видом спорта. Вот. Всем привет! Сегодня будет очень интересный влог, прям очень-очень. Сейчас 9 часов утра, и мы собираемся, ну, в общем-то, к моему отцу в дом. Да, мы с ним, ну, вообще мы с ним как бы почти не общаемся, очень редко. Вот, он уехал на неделю, и, ну, в общем, маме моей там надо следить за курами, за одной собакой, которую мне жалко. Да. Вот. И, в общем-то, я решила, ну, мама предложила, я согласилась привезти туда Альфу. Вот, Альфа там еще ни разу не была. На такси ехать туда около 15, наверное, ближе к 20 минутам все-таки. Ну, где-то 15-20 минут туда ехать. Для Альфы, которая плохо переносит дороги, она очень плохо переносит дороги, это чисто рулетка, она иногда может поесть и не блевануть, а иногда может ничего не есть и блевануть в машине. Это чисто рулетка, сегодня она поела, сухого корма поела утром и еще сырую говядину. Нормальные такие кусочки. В общем, я сейчас буду показывать, что я с собой беру, буду все показывать, влог. В общем-то, должен быть интересным, как и для меня, потому что это будет социализация для Альфы. Она очень боится оставаться в незнакомых местах. А в чужих домах она была только вот один раз. И она постоянно за мной ходит хвостиком, переживает, если я от нее куда-то ухожу. И вот это будет очень неплохим таким шансом социализовать ее в чужом доме. Во-первых, я тут, собственно, собираю в сумочку лакомства. Я вообще думала все это взять, но это очень много места занимает, поэтому я все-таки решила. Там просто вот эта вот собака, мне ее очень жалко, я ее хочу тоже угостить лакомствами. Вот, и Альфу сильно лакомства тоже успокаивают, поэтому я хочу набить побольше эту сумку, хотя бы наполовину. Она очень вместительная, кажется, будто здесь мало, но на самом-то деле там нормально. Вот, набью сейчас половину сумочки и, наверное, на этом все. Я не знаю, мы хотим там, то есть мы туда едем на ночевку, то есть днем, потом ночь, и потом я посмотрю по состоянию Альфы, может быть, она сильно будет нервничать, тогда мы уедем. Если нет, то мы останемся, наверное, возможно, даже на еще одну ночь, я не знаю, надо посмотреть, надо подумать насчет этого. Ну, в общем, лакомство должно быть прилично. Альфа уже очень сильно хочет, но пока что нельзя. Короче, пока начнем с небольшого. В общем, я беру себе одну футболку. Вот я набила лакомство. Потом еще чуть-чуть, как бы, этого я ей буду давать. Здесь ее сухой корм. Я не очень много взяла. Ну, в принципе, там где-то 1,5, наверное, ее дозы, которые надо есть. Сейчас наберу водичку. Здесь штатив. Ее миска, мячик. Вот так вот. Говяжьи эти ребра я взяла. Ну, потому что она их любит, потому что это долго играющий лакомство. Ну как, минут 20 она его грызет. И плюс я хочу попробовать угостить ту собаку. Просто кладу пустую бутылку, чтобы потом, когда мы с ней пойдем там гулять, там поля, там речь какая-то есть, не знаю. А вот, чтобы туда набирать водичку. Так, это антиблюй. Это антиблюй, чтобы, если что, Альфочка справляла свои дела туда, в общем-то. Но я надеюсь, этого не будет. Я очень на это надеюсь. Альфа что-то возле меня мутузится, мутузится. Она думает, то, что сейчас будет что-то хорошее, но она не подозревает, что мы идем. Альфа, ждать. Нельзя. Но она не подозревает, то, что сейчас будет садиться в машину, а она этого очень сильно боится. Короче, беру, естественно, свою домашнюю одежду и зарядку. Альфа, ждать. 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 Не нервничай, хватит нервничать, сказала. Короче, я беру самый надежный ошейник, с которого она не выберется. И
самый длинный поводок. Ну, потому что я думаю, он будет самым удобным в этой ситуации. Ну, все, короче, мы вызвали такси. Ждем. Вот. Знакомый повезет. Так что норм. Да, все, пойдем, пойдем. Альфа в шоке. Ну, не понимаю, что происходит. Короче, вот плед еще взяли. Я ее посажу. Ну, короче, она будет спустить. Куда удобнее. Либо на переднее сиденье между ног, либо ну, а заднее постелить. Девочка. Короче, надеюсь, все будет окей. Это победа, девочки, ребятки, она не блеванула. Ой, молодец. Думаю, ты умница. Пойдем. Пойдем. Нюхай. Девочка. Я ей налила воду. Короче. Я не знаю. По сути-то Альфа, наверное, должна как-то туда пойти. Но она без этого, наверное, никуда. Надо все-таки все исследовать, типа, да. Вон, как она смотрит. Где мама? Ой, зря я это сказала. Короче. Просто, типа, тот пес он агрессивный из-за своего образа жизни. Вот. Стой. Ладно, сейчас немного посмотрим. Вот. Да уж. Вот так вот как-то. Вот так вот. Я не знаю, честно, что делать. Ну, типа, планы мы будем ночевать. Это то помещение. Мы будем ночевать с Альфой здесь. А, ты про эту кушетку. Вообще шикарная, слушай. Ну, на это я бы еще полежала. Ну, посмотрите, какие хоромы, ребят. У нас тут вон баня есть. Попаримся с Альфой. Ну, в кавычках, конечно, я шучу. Альфа, девочка, иди там. Ай, давай играть. Ну, в общем, сейчас, я не знаю, мы немножечко как-то так посидим чуть-чуть. Что-то поделаем, я не знаю. Может, чем-нибудь поедим. Вот. И потом планируем пойти прогуляться. Ну, я не знаю, сейчас очень жарко. Но до 5 часов вечера, к примеру, тоже я не знаю, чем заняться. Короче, посмотрим. Я еще взяла диск для фрисби. Но об этом будет потом отдельное видео. Это спойлер, чем мы занялись. В общем, в прошлом видео я сказала то, что мы занялись Альфой еще одним видом спорта. Вот. Я его взяла, чтобы приучать ее к нему, чтобы она с него ела, все дела. Тем более на улицу уже, наверное, пора приучать. Это диск у нас уже почти неделю. Вот, надо уже к улице приучать. На улице есть, так что, да. Я уже так много снимаю, надеюсь, у меня память не закончится. Альфа, короче, хочет туда попасть, в дом, но... Но нельзя, потому что... Короче, мой отец относится к
к животным в доме плохо, мягко сказано, поэтому вот мы будем в бане. Опа. Альфа, не нервничай. А вкусняшку? Альфа, на. Будем ее сейчас задабривать. Давай, иди ко мне. Ко мне. Ко мне. Сидеть. Да. Короче, она сходила сюда, потом чуть-чуть сюда. Маленькая девочка. Девочка-исследовательница. Альфа в шоке. У нее сейчас столько эмоций. Исследует, короче, исследует, нюхает. Ой, тут мух много, Альфа, будешь, да, будешь гоняться за мухами тоже. Короче, смотрите, вот здесь вот баня. Здесь, по-любому, скелеты, потому что эта дверь закрыта. А здесь какая-то мини-кухня, которую я даже не знала. Ну, вот это вы уже увидели. Огород. Ну, там надо чистить, это не важно. Джон. 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 Да ты такой хороший мальчик. Да ты такой хороший, за твоими глазками никто не следит, да? Никто не следит за твоими глазками. Да ты такой хороший, милый песик. Да такой хороший, милый песик. Рр, да. Рр. Ты какой хороший мальчик, да. Да. Да, он хороший, милый Джон, песик. Гулять? Джон, гулять. Протест. Опасный маневр. Мальчик. Давайте попробуем. Ждать. Смотри, что у меня есть. Смотри. Будешь вкусняшку? На. Джон, на. На, 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 на. Ты не ешь свиное легкое? А ест. Это я тебе дала, запомни, кто тебя кормит. Понятно. Ты послал на мой лакомство или ты его съел? Мы пошли копать картошку. Что здесь еще делать? А потом пойдем. Альфа пошла. Альфа, стоп. Не поняла. Пойдем. Нет, пойдем. Пойдем. Стой. Стоп. Я ее держу. Альфа немного приофигела. Так, надо ее держать, наверное. Кто это? Кто это такие, Альфа? Короче, все, мы их туда героически загнали. Вот, Альфа не гавкала на них, я удивилась, но она не гавкала. Я ее просто держала, она недоумевающе на них смотрит. Ча. Она недоумевающе на них смотрела. Вот там, короче, голуби сидят. Сейчас будем вот это вот собирать. Альфа просто ходит, исследует. Джон там немного погавкивает. Ну, в целом все нормально. Альфа не пытается как-то к ним пробраться, она просто нюхает. Все окей.
Все, пацаны, мы собрали эту картошку. Я тут Альфа еще бегала, ходила носить воду один раз и один раз за тапками, потому что в кроссовках все-таки очень жарко. Вот. Да. Сейчас я не знаю, чем будем заниматься, но потом вот вечером вот в 5 где-то пойдем. Итак, это конец первой части этого видео, потому что у меня опять куда-то исчезла магическим образом память. Поэтому мне надо это видео быстренько, прям сегодня же, прям сейчас выставить на YouTube, очистить память и продолжать снимать вторую часть, потому что у меня для второй части даже памяти нет, не то чтобы о ее монтаже речь. Итак, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео вам понравилось. Обязательно переходите смотреть вторую часть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно. Мне будет очень приятно. Всем пока!